Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. У нас сегодня заброшки на повестке дня. Домик заброшенный. Ну и в целом деревня заброшенная. А первый ролик уже вышел на канале еще об одном доме. Там потрясающий чердак, куча вещей. Так что подпишитесь, посмотрите. Ну а сегодня давайте приступать к осмотру заброшенных домов. Погнали! Ну и перед тем, как начнем, огромная просьба, как всегда, друзья, подпишитесь и поставьте лайк. Вам не сложно, а мне приятно, и видео будет лучше продвигаться. Так что давайте лайк, пожалуйста, давайте, поехали. Итак, мы заходим в дом со стороны огорода, я так понимаю. Здесь сначала надворные постройки, вот там в туалет вдалеке виднеется. Здесь не живут, ну лет 20-30 точно не живут. Это дровник? Дровяник. Есть в нем что? В нем дрова есть. В нем есть дрова. Может быть, есть топор. Топоры, вот всякие инструменты я обычно забираю из заброшек. Потому что, ну, тут уже никому не нужно, а я могу восстановить. Тут елки, да. Прям двор такой хороший был с елками. Смотрите. Красиво. Там еще один сарай стоял. Ну и пойдемте в дом, наверное. Как выглядит дом. Ну, то есть он максимально зарос. Дверь открыта, друзья. Мы не мародеры. Мы не вскрываем. Здесь все уже разграблено до нас. И вот так вот это все выглядит. Кровать, шкаф, какая-то мебель. Ну, что-то интересное, я думаю, мы здесь найдем определенно. Это прям точно. О! Вот такие вот развалы мелочухи люблю. Душ, веранда, что это такое? Человек где-то в больнице, что ли, работает? Вот в таких развалах можно монетки найти. И всякие интересные документики. Этот комод прям авторитетный, да? Но, к сожалению, тут ничего нет. Воду балантайс. А это что-то крутое? Я просто в алкоголе особо не шарю. Да, это вискарик, сейчас он балантайс, это крутой. Я просто спец такого вот бутылки делаю. Так, дом сруб. Пойдемте в дом, друзья. О, ну тут разграблено, но прям не сильно. Ну как? Стены-то есть, вещи лежат. Монтаж электрооборудования на фермах. Кому надо, друзья, кто монтирует электрооборудование на ферме, нужна книжка, обращайтесь, скажу, где. Справочники, документы. А, диван, да, кстати, диван живой. Импортный? Да. Чехословацкий? Польский. Может, и польский. Так, что это такое? О, класс. Я люблю вот такую литературку. Смотрите, это типа юного техника, нет? Или техника молодежи. Какие-то инструкции. Кирпичная кладка. Да это интересно. Нет, это чего? Сарма. Домашний электрохолодильник. О, справочник молодого слесаря. Сотовый. Ну, это игрушка. Это игрушка. Слушай, на самом деле, есть вот в этих книжках, это даже можно забрать, да. А это набор этих открыток. Но с, да, но с комментариями можно забрать. Сделал обзор, друзья. Подписывайтесь. Смотрите, что Илюха нашел, друзья. Made in Japan. Прикольно. Японский нож. Слушай, ну надо восстанавливать, Илюх, забирай. Сделаем крутой резак. Это у нас кухня. Что на кухонке? На кухне особо ничего. Канифоль, зубная щетка, чемоданчик. В чемодане ничего нет. Влезли на чердак. Тут на первый взгляд-то нет ничего, какой-то пустой. Провалиться можно, потому что там дыра. Ну, поползать. Так, посмотреть по углам. Может, и имеет смысл.
Хотя, кто его знает, друзья. У меня постоянно ощущение, что я сейчас провалюсь. Смотрите, вон дыра. О, пистолет, народ! Я нашел пистолет! Слушайте, ну прям крутой. Сер. Класс. Вот это чья-то память прям. Вообще супер, да? Ради этого стоило лезть на этот чердак. Вот это класс. Тут ежик живет. Или кто-то в этом роде. Вон чей-то чья-то нора. Не нора, а гнездо. Типа ежики, наверное. Или какая-нибудь кошка. Ну или крысы. Ну или крысы. Колесо от велосипеда. Утеплено. Короче, листвой. Этот чердак. Так, друзья, чердак оказался пустым. Ну, кроме пистолета нет ничего. Зато с другой стороны еще один дом. Сейчас отправимся туда. Так, опять же сюда заходим со двора. Раз сарай, второй сарай. Здесь какие-то кошелки. Так, ну и дом. Дом кирпичный. Дом кирпичный, видно. А здесь деревянные сенцы. Как их назвать? Ох! Не так-то просто. Иногда приходится лезть на коленках. Но я уже вижу крутые вещи. Смотрите, друзья. Включается режим ностальгии. Смотрите, какая штука. Из 80-х и 90-х. У кого такой был? Класс. Класс. Так, пошли в дом. Летом невозможно. Смотри, сколько крапивы. Это все крапива, и она по пояс. Сейчас трава немного легла. И чуть-чуть поудобнее все делать. Я вижу какую-то машинку. О. Чё бы с ним? Нифига себе! Очуметь! Это... А, это твой размер, кстати. Очуметь вообще! Слушай, ну это волк. Я не знаю. Да волк, это... волк. Может, какая... Охренеть. Ну, она вообще набьёт. Слушай, давай заберем. Я не знаю, зачем, но просто мне жаба дает его оставлять. Коврик сделать. Ну, она вообще... Вообще, это реально волк. Очень круто, народ. Представляете? Блин, надо брать. Там, мы, конечно, не мародеры, но брать надо. Кто знает. Фирма Тухсу, друзья. Пишите в комментариях. Тухсу, что это вообще? Что за страна? Откуда фуфайка? Да надо брать. Смотрите, что здесь. Здесь завалы, вещи, завалы. Сейчас будем потихоньку все исследовать. Холодное? Да, экскурс строительства. Это холодное, бревенчатое. Ну как, это даже не сруб, это столбовая конструкция. То есть это столбы опорные. И получается заполнено бревнами. Тут леса особо нет. А здесь смотрите, какой камень могучий. В основании. Вот надо сейчас под ним вот это разбирать. И искать закладные монетки. Или вот, например, закладной палец от этого. От гусеницы. Мы такие на магнит ловили. Так, прежде чем дом, начнем смотреть. Смотрите, здесь во дворе стол такой, вот, где машинка лежала. Тут еще одна машинка. И под столом видно, ребенок скинул игрушки. Вот есть советские вот такие паровозики классные. Вот. А прям вообще ностальгия. Это вот кто в 90-х, друзья, у кого детство прошло, мы широкий Росмарс. Помните такую историю? Это индейцы. А это вот... роботы-животные, да, наверное, эта серия называлась. Сейчас их коллекционирую, сейчас они достаточно дорого стоят. Может быть, редкий. Клево. Так, погнали дом смотреть. Вот так вот. Шифонер, какой-то трильяж, еще один шифонер валяется. Илюх на чердаке. Илюх, нашел что? Нет, вот так тут что-то есть. Да много, да, всего хлама? Ну, есть, просто видишь, тут опасно, на балке сижу. Я понял. Так, ладно, пока Илюх на чердаке, если что-то найдет, нам расскажет обязательно. Мы пойдемте с вами в дом сходим. Посмотрим. Что тут? Блин, тут пол снят. Тут уже кто-то снял пол. Рамки есть. Это значит, тут пасечник какой-то был. Это вот что такое? Это я не знаю.
Тихо, Илюх, мне на голову бросаешь что-то. Нет, окон тоже нету. Икон, фотография, что это такое? Да что ты мне на голову все бросаешь? А, тут провалился вообще потолок? Да. А, вот смотрите, друзья. Слушайте, а на той стороне вот где, там прям я вижу много вещей, да? Да, да, да. А туда вот через кухню, наверное, можно забраться. Так, ну пока посмотрим, что еще есть в доме. Слушай, надо отсюда выходить, пока Илюха мне потолок на голову не обрушил. Надо вываливать отсюда. А? Ну, у меня в телефоне только фонарик. Вот, там вещи есть на потолке. Ну, что Илюха найдет, расскажет. Еще одна машинка. Тут прям чье-то детство осталось в этом доме. Еще одна какая-то машинка. Такие все машинки 90-е. А вот люлька. Оп. Смотрите. А, ну это какие-то советские актеры, видимо. Такая-то история. Хотел сказать, живая история, но нет, друзья. Это мертвая история. Мертвая деревня. Еще одна чья-то машинка. Это то, что вот здесь валяется, это все, что с чердака упало. То есть, представь, сколько там вещей на чердаке. О, балка, видите, свалилась. Давай, слона. Слон прилетел. Фу, грязь. Ладно, я пошел в этот, в сенц. Тут безопаснее, друзья. Опа. Так. В шкафах вещи еще лежат. Ну, видно, здесь вещи в шкафах, они остались, а потом... Че там? По-моему, старые наличники. Ну, ну, скидывай, если что. Так, здесь бигуди. Еще какой-то узелок с тряпками. Слышите? Звон. Илюха будильник нашел. Пора вставать, Илюх. Куда ты его скинул? Вон хороший, кстати, видите, лежит. Сивани, Илюх сказал. Ладно, посмотрим попозже. Пока в ту комнату заходить опасно. Там чердак завалился. И Илюха пытается его доломать, мне кажется. Общий пит. Со столовки, что ли, украден? Так, ну что, полезем в завал, народ? Да, конечно, полезем. Друзья, интересная штука. А, это сундук. Сундук. Зеленый был сундук. А, обитый железом. Видите, полосы. У него есть цена. Ручки ковры. Нет, больше сундука. В 2004-м еще, получается, жили здесь. Вот был, кстати, главный вход в дом, видите? И вот тут все завалилось. Так, посмотрим, что на чердаке у нас лежит. Чай, беседа. Беседа, при здоровье. Какая-то обувь. Удочка. Да, удочка. Вот леска тоже натянута. Ну, тут ничего интересного. Илюх там. О, я гирлянду нашел. Гирлянда стеклянная? Да нет, современная. Лопата висит на входе. На. А, гирлянда современная, да. Залезку? Да, вот что. О, смотрите, мебель куклячая. О, пленка с фотографиями. Класс. Смотри. Да, да. Ну, кидай. Пленка. Сейчас посмотрим. Подождите, я хочу посмотреть детскую мебель. Это вообще прям... Тут, получается, и мальчик, и девочка живут. Такая вот еще. Что это? Балясины. А, балясины, да, кстати. Реально балясины. Смотрите, как выглядит у нас. Велосипед. О, велосипед, прикол. Я говорю, он там на голову. Говорит, ты иди внутрь туда, посмотри, что там я скину тебе на голову, блядь. Вот. Чердак завалился. Чердак завалился, ну, Илюха там что-то ищет. Так, смотрите, что Илюха с чердака нам скинул. Какие-то балясины. С усадьбы Урусова, наверное. Вот, и из интересного здесь... Прикольный кнут.
1986. Прикольно. Вот, смотрите, что не заметили, друзья. Тут лампадка на улице висит. Из скрепок сделана. Это скрепки, проволока и банка. И банка. А? Не, банки ставить. Банки ставить. Банки ставить, круглый низ. Все правильно. Варежка прикольная. А, ты дурак, мне прямо в башку кинул. Фу, блин, я думал, крыса. Варежка прикольная, кстати, меховая внутри. Вообще, как будто век 19-й, глянь. Клевая. Смотри, что Илюк сверху спустил. С чердака. Положи, чтобы не макало. Письма. Вот это. Письма, открытки. Вот это чья-то память кто-то на чердак закинул. 8 марта. С Новым годом. 82-й год открытка. Пластиночка маленькая. О, кто письмо написал? Письмо написал. И открытку московского метро скинул. Дорогая Елена, поздравляю тебя с днем твоего рождения. Желаю тебе много счастья и любви. Учиться на 4,5 от подружки Ларисы. Ну так, жила тут какая-то Лена, была у нее. Вот 9 мая прикольно. Вот писали советские дети. А то сейчас. Привет. Это, нет. Из малой чего? Ну, с ДР. Из малой орал. Здравствуйте. Где? Господа. Сейчас. Поздравляю с новым 80-м годом. Желаю вам успехов в работе. Снаружи дом, кстати, вот так вот выглядит. Все заброшено. Так, друзья, ну с этим домом, наверное, все. Тут, конечно, письма мы сейчас почитали, постояли прям. С каждого 80-й поздравляю, 82-й поздравляю. С Калининграда писали сюда. Ну, поэтому не проезжает, если тут все умерли, да, с Калининграда куда-то тут поедешь. Кому теперь что нужно? Это был Миклуха Макфлай. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что об этом думаете. Пока-пока.